Всем-всем здравствуйте. Клетку ежиком сейчас буду мыть. Ежиков пересадила в тазик. Чуть-чуть опилок им насыпала. Ну и здесь, конечно, сейчас любопытствующие будут. Да? Ой, эта звезда рядом лежит. Рычит на всех. Доня, как общение с ежами? Ляль, ты их опасаешься, да? Опасается, скажет, что ты колючее такое, неприятное. Растут малыши, да? Скоро вас рассаживать нужно будет, через месяцок, чтобы не родили раньше времени. Илочка говорит, что ты с ними, вот давай со мной лучше, я же хорошая. Кушает хорошо, водичку пьет, все хорошо, значит, здоровенькие малыши карандаши, да? Как настроение у вас, ежата, милые ребята, колючки? Сначала, когда она достала их, собаки подошли, шипеть начали. А сейчас уже даже и внимания не обращают. Вот это вот с мордочкой енота, это девочка. А который посветлее, это у нас мальчик. Там кошка идет, да? Кайсуль, ты хочешь нажить? А что такое, Доня? Доня, ну зачем ты ругаешься на Кайсуль? Она тоже хочет ежиков посмотреть. Ей любопытно, а ты прямо афав говоришь. Ой, и фиёныш тут, микродетёныш. А что это, только твои ежи? Ты опять их охраняешь? Какая ты жадина. Да что тебе, говорит, уходи отсюда, такая фея. Что это? Это глючка какая. Злючка на глючка маленькая, а? Никому не дает. Милуйся, я ее ругать буду. Вот эту вот маленькую злюку-гадюку, да? Малюсенька, ты говоришь, что ты не злая, ты просто домовитая. Ежики твои, ты считаешь, что тебе их купили? Нет, фей, микрозмей. Ух, какая девчонка-то, а? Ну, а сейчас им клетку помою, посажу их в чистенькую. И будут они веселиться, резвиться. Хватит всех отгонять от ежей, хватит. Злюка маленькая, ну что за ребенок такой, а? Собственница маленькая. Ну вот, если кому-то что-то интересно про ежика, то задавайте вопросы, я обязательно вам все расскажу и покажу. Ну а сейчас мы пока всем желаем хорошего дня, прекрасного настроения, да? И всего самого-самого лучшего.